Всем доброе утро. У нас Машенька побежала в школу уже. Да, Витя пошла. Я провожала ее. Тут до калитки. Ну, не до калитки, тут на улицу. Все. Шагай, шагай, Машенька, а то опоздаешь. Шагай давай, шагай, доча. Время 20 с лишним. Вон и школьный автобус как раз проехал вовремя. Ладно, все, дорогие друзья. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем, всем, всем. Здравствуйте еще раз. Как вы заметили, лесенка от койки стоит. Мы делаем ремонт. Сразу говорю, я ничего не снимаю, а потом результат готовый уже покажу. Потому что вообще не до камеры, руки заняты. Сейчас мы просто отдираем все обои старые. Мы решили новые обои пока не клеить, пока покрасить. А потом на следующий год уже видно было, что и как. Дети рисуют на стенах по-ужасному. Они их рвут, они рисуют на стенах, поэтому мы решили, пока обои жалко. Потом, если что, пускай эти обои лежат, будем на пристрой. А пока вот так вот. Сегодня уже полкомнаты убрали. Сейчас муж там отдирает косяки и будет ложить фанеру. А потом уже все остальное. Так что вот как-то так. Со Светой мы сейчас пошли в магазин. Что-то на по-быстрому, хоть и суп да что есть, а дети что-то попросили рыбку соленую. Поставили картошку, сейчас сварим и рыбку соленую сделаем. Ну вот, купим сейчас. И все. И на почту зайдем, заберем заказ, который девчонки заказывали. Наборы НКФ. Это китайские наборы. Девочки, они пришли. Я сейчас иду их получать. Поэтому в ближайшие дни вам напишу. Ну, сегодня даже напишу. Мы сначала со Света пойдем на почту, заберем заказ, а потом в овощной магазин и в обычный, чтобы селедку купить соленую. У нас лужа поменьше стало. Ура, ура, ура. Погода у нас более-менее. Дождя пока нету, поэтому мы решили пока все делать потихоньку. Муж все еще на больничном до 29-го. Как вы понимаете, в этом месяце у него зарплаты вообще не будет. И тут я еще прихворала, но сейчас уже немножко получше. Но спасибо всем, кто посоветовал какие-то таблетки. Я сегодня себе обязательно их закажу. Потому что пью я анимесулит и нурофен, обезболивающий от головы. А так больше ничего. Ладно, идем на почту. Дорогие друзья, сходила я в магазин. У нас дома есть фаршированные перцы. Но их там мало, да, не хватает на всех. Поэтому я немножко купила готовых, а потом мы свои тоже опять нафаршируем, да, Машенька? Дальше, что я купила? 3 литра молока. Машенька тоже в холодильник убирает, доча. Вы иногда будете слышать шум, там муж просто убирает плинтуса на полу, мы делаем ремонт. Сразу говорю, снимать не буду. Так, дальше, что купила деткам? Вот таких вот чипсиков немножко, чтобы они не цыкали. Иди, Свете, дай Света сейчас откроет вам. Дальше мы решили отварить картошку и с селедкой поесть зеленую. Машенька в холодильник убирает пока. Также зеленый лук купила немножко. Лук у нас любят зеленый. Сыр кусочек взяла деткам с чаем. Потом помидорок немножко взяла. И немножко малосольных огурцов. Сейчас вы скажете, Настя, у тебя свои соленые огурцы есть. Но вот этот вот, знаете, такие интересные на вкус. Они в салат вкусные, поэтому взяла. Пока мы свои еще не открывали. Вот все покупки были. И сегодня пришла вот такая посылка. Посылка это рукодельная. Там пришла, Маша, кстати, твоя вышивка, которую ты просила. И Катина. И также у девчонок вышивки. Если девочки разрешат заснять все это, то я засниму на канал влог рукодельниц. Если не разрешат, то только покажу свои. Поэтому вот такие вот дела, ребята. В целом, что наше приходит? Не снимаю ничего, потому что начали ложить, ну, отдирать плинтуса, будем ложить линолеум. Потом готовый результат уже вам покажу. Отдираем обои. Сейчас, кстати, там муж обоями рвется, отрывает. Так что вот такие дела. Ладно, пошла я тоже делам заниматься. Всем добрый день, Оксана, скажи привет. Да сними ты пока маску, потом на остановке оденешь, когда в автобус будем. Ванечка, скажешь привет?
Привет. Да, мы сейчас едем в больницу опять с Ваней. Оксана едет в школу. Она, так как у нас учится, со второй смены. Многие это уже знают, но многие спрашивают, почему Оксана так поздно едет в школу. Давай, Ванечка, маме ручку. Едем в больницу с Ванюшей дальше к зубному. Да, Тайсон? Тайсон. Тайсон хороший мальчик. Ладно, едем. Мы сейчас идем и заметили такую стаю птиц. А, плохо видно. Да? Они улетели вон туда. Тут целая стая птиц летает. Сейчас постараюсь показать. Стой, Ваня. Вон они. Все, пойдем. Вон приземлились эти голуби все. Некоторые еще летают. Да, Ваня? Вань, красивые голуби. Оксана, как тебе голуби? У Оксаны простуда все никак не проходит. Мы ей мажем этой мазью, но не проходит. Но она уже получше стала, да, Оксана? На тебе шапку другую достать будет. Ладно, стоим, ждем автобус. Дорогие друзья, мы уже приехали с Ваней из больницы. Все сделали. Теперь на среду нас еще записали. Я зашла, сейчас ходила в магазин, купила овощи, купила вот баклажаны пакетик. Сейчас еще Маше овощи дам. Зелень укроп взяла, хочу в морозилку бросить. Потом помидорок набрала. Помидорки сегодня хорошие привезли. Огурчиков немножко взяли. И еще пакетик баклажанов. Сейчас покажу следующие покупочки. Маш, пакет будешь сейчас? Дальше. Взяла немножко соломки деткам с чаем попить, где-то так. И такие треугольнички тоже взяла с чаем попить. Потом молоко 2 литра. Держи, Машенька. Давай пакет, молодец, умница. Помогает маме одну. Дальше еще одно молоко. Взяла кусочек соленого сала, такой небольшой. Сало захотела. И да, я не беременна. Потом кефир литр взяла. Хочу потом тесто поставить, сделать кексики деткам наделать. Да, Маш? Сделаем кексики. Себе вот такой дарницкий хлеб взяла. Потом, Маш, как думаешь, какая у вас вкусняшка из печенья самая любимая? Орешки со сгущенкой. Пакетик взяла. И 2 булки хлеба. Вот такие вот все у меня в целом покупки были. Ничего больше не брала. Так что вот так. Что у нас с ремонтом? Чуть позже покажу. Потому что многие пишут, Настя, что у вас там какие продвижения. И, ребят, еще ничего не снимала. Чуть позже все покажу. Все увидите, но чуть позже. Ладно, пошла я сейчас чай. Надо поставить чайник, поставить чай попить. Да кушать. Ну-ка, забери у нее, она там грызет упаковку. Козюля такая, Василиса. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, у нас вечер. Приношу извинения, просто тут лопатка висит. Мы сходили с Машей молоком. Фу, в магазин. Все, я устала, у меня язык уже заплетается. И сейчас хотим перцы фаршированные приготовить. Ну, к этому еще купили. Молоко у нас дома закончилось, я взяла. Потом что-то решила крылышки копченые взять. Завтра хочу отварить гарнир и с крылышками копченым поедят. Дальше сало копченое, дети его обожают. Оксана даже вон сидит, уже слюни пускает. Прям такие, знаете, слюни, слюни. Дальше морковочку корейскую чуть-чуть. Нашей лысой дури разного взяли корма на развес. Попробовать, посмотреть, какой она будет есть. Но у нас девочка привередливая. Дальше хочу попробовать суп-пюре сделать с сырком. Поэтому разные взяла на пробу орбиту. Сливочный. Я просто в интернете тут видела. Голландский.
и вот такой вот с ветчиной. Сейчас морозилку уберу. Оксана, ты вещи разговаривала? А завтра попробую сварить. Посмотрим, что получится. Кстати, сегодня мы линолеум положили. Чуть попозже я вам уже... А, вообще-то я уже показала, да, что положили. Все запуталось. И пока мы дадим ему хотя бы сутки пролежаться, чтобы он выровнялся хорошенько. И потом его уже будем закреплять и панели приделывать. Плинтуса. Ладно, дорогие друзья, вот такой был день. Путем очень снимала, потому что не до этого было. Но если нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро-скоро будем уже нормально снимать. Поэтому потерпите, чуть-чуть сейчас доделаем и будем снимать. Ладно, всем говорю пока-пока. Дорогие мои друзья, тру морковку. Сейчас морковку натру, лук нарежу и будем с вами обжаривать все это в кастрюле. И потом будем туда ложить перец. Перец я уже достала. Вот здесь пакетик, и там у меня еще пакетик. Будем сейчас фаршированные перчики с вами готовить. Так что вот так вот. На, хочу нынче купить перцев побольше. Мясо купить и нафаршировать самим. Опять и в морозилку положить. Удобно вот так вот раз. И готово. Ужин готовый у нас. Только поставить, отварить и все. Печку затопили, потому что сегодня мы еще днем не топили. А целый день двери туда-сюда открывали. Прохладно дома немножко стало. И поэтому на улицу, наверное. Ну сейчас подожди, Машенька. Дайте я поставлю кушать, готовить, а потом уже это. Так что вот такие вот дела. Решили мы обои не клеить пока. На следующий год, может быть, потому что дети ужасно сильно рисуют. Когда мы койки убрали, там просто все стены были изрисованы. Мне удобнее будет, я потом краской раз замазала, и рисунков их не видно не будет. Поэтому я решила так, что мы будем, ну, мы с мужем посоветовались и решили, что будем красить его. Стены, короче. Покрасили просто белый цвет. Ничего больше другого. Так что, ладно, сейчас все натру, приготовлю и пойдем с вами готовить, кушать. Если интересно, оставайтесь с нами. Ребят, а мы тут с Машей плачем. Лук чистила я. Лук ядреный попался. Вообще таз. Машенька мне тут помогала, пока морковку терла. Ну, морковка чересчур что-то большую взяла. И трем, и трем, и трем, и трем, и трем, и трем, и никак не можем потереть. Вот такие дела. Сегодня мы сходили, продали. Нам мне написала девушка с нашего города, хотела гималайского семечка. И я одного сегодня продала. Глазки режут. Пожалейте кто-нибудь меня. Я еще, видать, простыла, что ли. Че, Оксан, пришла? Машенька? А, на, Маш, три. Пошла, я помешаю. Дорогие друзья, обжариваем с вами лучок до золотистого цвета. Потом добавим сюда морковочку и тоже немножко пассируем. А потом в конце добавим томатную пасту или кетчуп, у кого что есть. Как все это пожарим, потом положим перцы, зальем водичкой и будем тушить. Ладно, жарим пока лучок. Все, ребят, поставила уже перцы, залила водичкой и пусть тушится на печке, и поставила также водичку, будем еще спагетти в чё творить, я хочу спагетти. Многие спрашивают, что у меня с диетой, да так себе, есть время поем, нет времени не ем, поэтому что получается, то и получается. Но стараюсь как бы придерживаться, поменьше хлеба есть, поменьше всякого такого, так, в принципе, ем все, если есть время. Ладно, дорогие друзья, готовим перцы.